Хасавюртовский кирпичный завод функционирует с 1932 года. На предприятии работает более 170 человек. Основная цель на производстве – изготовление качественной продукции, отвечающей всем технологическим требованиям, говорит директор завода Тахир Харунов, который возглавляет организацию с 1990 года. Техника производства строительного материала в период модернизации изменялась в соответствии с современными критериями. Сырье для изготовления строительного кирпича тщательно подбирается. Готовая продукция реализуется на территории республики и за ее пределами. Говоря о подборе специалистов, директор подчеркнул, что в первую очередь человек должен быть сознанием своего дела. Недавно таким специалистом не станешь. У нас вообще в любой сфере человека подбирают по тем качествам, которые вот отдается работе и любит ту работу, которую он делает. Работа на производстве идет в давно сложившемся режиме. На первоначальном этапе кирпич подлежит формовке, после чего продукт сушат в специальных камерах. В цехах усадки высушенный кирпич складывается в вагоны и продукт подготавливается к обжигу в печи. Качество готового продукта определяется в специальной лаборатории. Об этом рассказал заместитель директора по производству Исамди Якубов, подчеркнув, что несмотря на различные сложные экономические ситуации, завод продолжает работать и производить качественный строительный материал. Для города, например, у нас есть рабочие места, завод работает, есть рабочие места, завод не остановился, трудное время было, все равно завод работал. Мы сохранили все эти рабочие места, до сих пор завод работает. И для людей то же самое хорошо. И для строительства домов качественная продукция. По словам Раисы Сайпулаевой, работая на заводе на протяжении долгого времени, научилась нелегкому ремеслу усадчицы. Каждодневно, согласно намеченному плану, нужно выработать установленную норму. В дружелюбной атмосфере коллектива время проходит незаметно, говорит Раиса. Я уже 14 лет здесь я работаю, а садчица я. Везде работала, в конце в садку вот сюда попала, но это здесь быстро заканчивается, из-за этого тоже трудная работа. Мы уже привыкли к этой работе. Вкладываем кирпичи, в вагоне делаем. Хасавюртовский кирпичный завод является экономически важным объектом. Прежде всего, на предприятии работают люди с сознанием своего дела. Качество изготовляемой продукции на соответствующем уровне. Технология изготовления совершенствуется согласно современному стандарту, отмечает руководство. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».